С 10 мая в микрорайоне Подгора работает мехбригада из Уалихановского района. Оценка имущества, работа технологов и дефектологов там уже завершена. Сейчас идет демонтаж и снос непригодных для жилья домов. Работают здесь 5 бригад в количестве 35 человек. Под их контролем находятся 134 дома, более 70 из которых признаны непригодными для жилья. 7 домов уже снесли. Мы берем согласие с их слов, ну это письменно подтверждается, да. Отключаем воду, свет, электроэнергию, водопроводы и приступаем к сносу. Дальше проводим уже ремонтные работы. Ремонтные работы в каждом доме, это как бы по-разному. Где-то что-то, где полы, лаги, где обои, где штукатурка, где... Ну, по-разному. Да. Средняя сумма у нас, чек выходит там, от 1 миллиона до 10-11 миллионов, до 8. Видим, это зависит от квадратуры дома. По мере возможности мы будем стараться, конечно, работу завершить пораньше, потому что нельзя уже, скоро осень, это летние дни, надо по максимуму воспользоваться. Там же, в Подгоре, работает и 7 бригад из района имени Габита Мусрепова. Трудится там 35 человек. За ними закрепили участок от улицы Дубынина до Урицкого. На этом участке проживает 198 собственников, 137 домов аварийные. Сегодня приступили к сносу 6 домов. На территории ремонтируется 12 домов, из них уже 3 идет монтаж, а остальные демонтаж провели, сейчас проводится сушка. На них смета изготовлена, там средняя цена на смету выходит 5,5 миллионов, ну средняя цена примерно. У кого-то от 5 начинается и до 9, до 10 миллионов, смотря какой дом, какая квадратура дома, какой материал дома там, ну сметы все разные. И также у нас собственники, которые ремонтируют сами, они тоже у них, получается, сметчик ходил, он уже осметил эти дома. Бригада из района имени Габита Мусрепова сотрудничает с подрядчиками того же района. Материалы закупают самостоятельно. Валерия Сиваш, Олег Косинов, МТРК.